По приютам я с детства скитался, не имея родного угла. Ах, зачем я на свет появился? Ах, зачем меня мать родила? А когда из приюта я вышел и пошел наниматься в завод, меня мастер в конторе не принял, говорит, что не вышел твой год. И пошел я по свету скитаться, по карманам я начал шмонать, по чужим, по буржуйским карманам стал рубли копейки сшибать. Осторожный разбарин попался, меня за ухо цепко схватил. Тут недолго судья разбирался, и в Литовский меня засадил. Из тюрьмы я, мальчишка, сорвался, и опять не имею угла. Ах, зачем я на свет появился? Ах, зачем меня мать родила? Ах, зачем я на свет появился? Ах, зачем меня мать родила? Чего выперился? А уши у тебя крепкие? Попробую. А у тебя? Тебя зовут как? Гришка. У меня Антон. Антонина. Ты что? Девчонка, что ли? Ага. Ну, совсем как парень. Правда? Отец мне знаешь кто? Граф. Знаменитый изобретатель Маркони. Беспроволочный телеграф знаешь? Нет. А? Это папин. Он у меня итальянец. Итальянец. Что нос у меня картошкой. Так он мне достался от мамы. Она у меня русская. Что тоже стучит? На носках бегает. Зачем? Балерина. Ксишинскую знаешь? А, да. Так вот, когда отец ее разлюбил и в Италию сбежал, она прямо в воду. Ух ты! Водолазы ее 3 дня искали и не нашли. Почему? Когда от несчастной любви, то редко находят. И у меня батька. Утопился? Да нет, этот. Граф был. Ага. Как его фамилия? Дамаскин. Замаскин, таких же фамилий у графов не бывает. Но он вроде графа.
Он у купца кучером служил. Кем? Кучером. Кучер первой гильдии. Григорий Черных, 16 лет. Отец, тут неразборчиво. А у меня отца нет. И не было вовсе. Мать прачка, школу бросил, замечен в кражах, подозревается в ограблении галантерейного магазина Шустера. Ну, вначале докажите. Сядь, сядь. А то я тоже могу на вас наговорить. Кроме того, Григорий Черных... В общем, парень аккуратный, старательный, вежливый, по-моему, не курящий. Точно. Гуманист. И это замечается. Ну, кто согласен взять Григория Черных к себе? Нет, нет, с меня довольно. У меня 100 таких гуманистов. И у меня такого добра достаточно. Сам могу предложить. Ну, не в тюрьму же парня. А по каким предметам он успевал? По рисованию. Меня даже один раз хвалили. Молодец. Художники нам пригодились бы. Берете. Нет, погодите. Подождите. Отправляйте. Я беру его, если будут выписаны. 2 пары брюк, 2 комплекта постельного белья, шпингалеты и шурупы к ним, соответственно, и гвоздей не мешало бы. И сахару. И сахару. Раз, два, раз, два. Левый, левый. Раз, два, раз, два. Подтянись. Гриша! Гриш! Гриша! Вот, про любовь. Ладно, чего уж там. Отходила. 7 минут назад. Я к тебе приду. Погляни, что это ко мне будешь. Клянусь. Малолетнее развратство. Позор! Я тебя никогда не забуду. Фу, никогда. Ты у меня один остался. Совсем один. Гамы. Я люблю тебя. Отнеси ей. Сахар. И назад. Быстро. Прекрасно. Заканчивайте, заканчивайте переодеваться. Готов завтрак? Готовится. Первый завтрак. Прекрасно. Чем пахнет? А тюлени жир. Дефицит. Так. Тогда вот что, готовьте 60 порций. Ой, да у нас всего ведь 16, деда. Ничего, пусть пока отъедаются. Элла Андреевна! Тихо вы, тихо, дед, не спятки! Элла Андреевна! Вы скоро? Пора? Сейчас. Не надо волноваться. Марта! Марта, Марта, где ты? Марта! А? Прекрасно. Прекрасно. Немыслимая архитектура. Марта! Чёрт возьми! Я опять заблудился. В этом доме есть места, где еще не ступала нога человека. Не надо волноваться. Сегодня премьера. Скоро занавес. Да. Марта! Марта! Не имея родного угла, а зачем я на свет появился? А это что за личность? А? Хэл! Это что за личность? А ну-ка, Гога, прокати его на велосипеде. Сейчас прокачу.
пришел. Еврей. Типичный блондинистый еврей. Сам ты еврей. Ты-то на кого похож? Типичный брюнетистый цыган. Конократ. Да, и погадаю судьбу узнаю. Ай да, Янки, здорово цыгана угадал, а? Что, пристаешь к Янклю? Да я не Янки. Янкль ты, а я воробей. Его не бойся, он сам купца боится. Я боюсь? Да. Я боюсь, да? Боишься? Вас ждут завтракать. Все стынет. Быстро! Кровати на место и завтракать! Быстро, быстро, быстро! Кровать на место. Собирай кровать. Почему он спит? Где дежурный? Есть дежурный? Нет. Вот ты дежурный будешь. На, разбуди его. Оффенбах, вставайте. Вставайте, Оффенбах. А сколько натикало? 11:05. Ну ладно, проснулся. Быстро, быстро, быстро. Когда я в кадетском корпусе учился, то дядька Кузьмича слуха лишил. Он меня будить, а я его... Раз и в ухо, в самую барабанную перепонку угодил. Остроумно. Если через 5 минут не будете за столом, завтракать будете в ужин. Слышь, а чё-то он, а? Обиделся? Ой, а мне хочется... Кушать! Ага. Гога! Тебя, кажись, дежурным назвали. Давай на всех! Сейчас. Соли мало. Сейчас, деточка. Сейчас. Кушайте, деточки. Деточки, где же вы? Шамовки на 100 пуз. Заканчивайте завтрак и быстро убирать. Где они? Мефтахудин! 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 Кто... Почему их не задержали? Бандиты. Видишь? Ключи отобрали. На дерево бросали. Откуда дровишки? А?
из лесу вестима. Отцы, видишь, пилят. А я топлюсь! Какая фрау! Португальские малонадеванные желаете? Позвольте. Ух ты, наварила смак со смыком на всю Европу. Ой. Деточки. Ой. 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 Да, сегодня у нас не самый лучший день. Розы еще впереди. А розы без шипов не бывают. Не надо, не надо плакать. Педагог это прежде всего борец. Перестаньте, перестаньте. Как можно так распускаться перед воспитанниками? Что это за вид? Что за прическа? Приведите себя в порядок. Это вы во всем виноваты. Вы их распустили, вы! Что вы, барышня кисейная? Спокойно. По приютам я с детства скитался, не имея родного угла. Зачем я на свет появился? Ах, зачем меня мать родила? Прости, корабль взмахнул крылом, зовет труба моей. Жеребец наш заржал! Колотина, как у дьякона. Шаляпин, недорезанный. Молва о подвигах моих, шумя придет моим предтечей. Ты грыз, и этот тип горлянку дерет. Давай с ним поговорим. Поговорим. Я сердцем и мечом. Поговорим. Или на щите за щитом, клянусь я сердцем и мечом, или на щите за щитом. 100 битв, 100 рек, 100 городов об имени твоем узнают на 100 языках 100 певцов. И побежден одной судьбой, умру тебя благословляя. Клянусь я сердцем и мечом, или на щите, или со щитом. Клянусь я сердцем и мечом, или на щите, или со щитом. Носороги. Подъем! Вставать! Через 3 минуты завтрак. Опоздавшие завтракают в ужин. О, Вильгельм Тель, вольный стрелок. Грязные к завтраку не допускаются. Следующий. Вот сюда. Следующий. Вот именно. Чего это они сегодня, а? Руки назад! Перекличка. Громоносцев.
Нет Громоносцева. Задержите его порцию. Да здесь! Джапаридзе! Я! Черных! Я! Косаров! Я! Ионин! Я! Карл Мария Эрнст Готфрид Генрих Дитрих Кауфман фон Оффенбах! Я! Голубков! Я! Пыльников! Я! Начинайте завтрак! С сегодняшнего дня все пойдет по-другому. Организовано. Ребята, начинаем новую жизнь. Не будем ждать начала учебного года. Занятия сегодня, после завтрака. Уроки с утра до вечера. Все вы, воспитанники школы социально-индивидуального воспитания имени Достоевского. Шкит! Что? Что, что? Шкит. По-советски сокращенно. Школа имени Достоевского. Да. Громоносов? В зависимости от уровня знаний, все вы разбиваетесь на 4 отделения, как в армии. Сейчас я представлю педагогический состав. Меня зовут Виктор Николаевич Сорокин. И книг Сор. Громоносов, первое предупреждение. Оно же последнее. Мой заместитель, преподавательница немецкого, Элла Андреевна Люмберг. Элла Люмберг. За дверь. Встать! Завтракать будешь в ужин! Извините. Преподаватель истории Александр Николаевич Попов. Алник Поп. Черных. Первое предупреждение. Преподаватель гимнастики. Ух ты! Поддубный! Шемякин! Чего со скотобой? Ломовик! Константин Александрович Медников. Касталмет. Черных, завтракать будешь в ужин. А что я такого сделал? Что я сделал такого? Не шали. Всем переодеваться! Быстро! Ой. Дети, меня зовут Амалия Ванитовна. Амы-ванны. Что? Американская вонючка. Нет! Белье не американское, белье наше, отечественное, из института. Ты что это даешь, а? Американская вонючка. Поднимем порядок. Бабка! Бабка, стали давай! Сейчас, детка. В город опаздывай. Что? В город опаздывай. А в город никто не пойдет. С этим покончено. Все на урок! Вы ученики старшего четвертого отделения. У вас урок словесности. Желаю. Ну, как он вам? Чего? Нравится? Нет, а как вам? Понимаете, ребята, революция сделала всех равными. А ваши преподаватели, ну, как бы это сказать, не хотят видеть вас равных себе личностей. Будут по утрам. Умываться заставляют. Орут. Меня тоже. Завтракать в ужин заставляют. Чувствую, что мы с вами споемся. Опять-то вы умеете? Представьте себе, да. И даже неплохо. Если умеешь, то пой. Спеть.
А как же урок? Успеется! Учиться никогда не поздно! Ну что с вами делать, мерзавцы вы этакие? Встаньте кто-нибудь у двери. Гога на стрёму. Порядок. Ну? Не женитесь на курсистках, они толсты, как сосиски. Коль жениться вы хотите, раньше жинку подыщите. Эх, матру-ля-ля, раньше жинку подыщите. Эх, матру-ля-ля, раньше жинку подыщите. Поищи же, но в бедичках, а не тоненький, как спички. Но зато резвый, как птички, все женитесь на медичках. Эх, матру-ля-ля, все женитесь на медичках. Эх, матру-ля-ля, все женитесь на медичках. Вы поете вторую неделю. Вы должны помнить, вы здесь прежде всего преподаватель словесности. Безусловно. Вот почему в моем вокальном репертуаре русская литературная классика и городской фольклор. Сядьте. Что? Городской фольклор. Не женитесь на курсистках. Они толстые, как сосиски. Эх, ля тру-ля-ля. Эх, ма тру-ля-ля. Ма. Вы что преподаете? Великую русскую литературу. Так. Но я внедряю новый метод. Глубоко отличный от вашего старорежимного. Вы убеждены, что это новый метод? Твердо и непоколебимо. Да. Мы не споемся с вами. Можете. Други! Я многого не успел, а столько было задумано! И систематические походы в оперу, и вольные чтения русской классики! И... Ура! Чудо-богатырь! Ура! Хулигане! Докатим такую музу, какой свет не видел! Ура! Виктор Николаевич, пусть уж лучше он поет, чем такой. А может быть, мы его примем обратно? На испытательный срок. Вот именно. Конечно. Либералы. Я его уволил. И решение свое отменять не собираюсь. Я предлагаю создать правительство нашего хулиганского государства председателем Совета Министров. С диктаторскими полномочиями. С диктаторскими полномочиями предлагаю Купу Купыча Гениального. Отныне называем их халдеями. Назначь меня министром Бузы. Тотальная мобилизация! Хулигане! Давайте делать плакаты! Министром печати его! Ура! Здравствуйте, детишки. Что же это вы не... Не шали.
Прекрасно. Халдеи принимают вызов. Школа объявляется на осадном положении. Не говори выпускать. Война до победного конца! Бей халдеев! Ура! Какой ужас! Сейчас я им покажу, где раки зимуют. Нет, 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 только не это. Но. Нет. И раз, и два, и три, и... Капитуляцию подписывайте! Бога! Тащи из химического шкафа всю серу! Но... Ташляр, начальник! Милиция звать! Там спрашивают милицию звать. Нет! Ни в коем случае не звать! Сами справимся! Горим! Мертохудын, подождите! Перемирие! Перемирие! А знаете что, ребята? Вы бузите не из-за Арикова. Нет, из-за Павла Ивановича. Так из-за Павла Ивановича? Кто главарь? Мы не шпана. У нас председатель Совета Министров. Кто? Он Купа. Купа Купыч. Гениальный. А вы что же, министры? Да, да. Ну, познакомимся. Значит, из-за Павла Ивановича. Что вы с ним прошли? Руки вынес из карманов. Чему он вас научил? Разное, все не упомнишь. Значит, много. Что именно? Ну, он умел хорошо делать это... Что умел делать? Петь? Ага, про сосиски. Вот-вот. Полюбили проходимца за какие-то сосиски? Же умные ребята. С громадным знанием жизни. Как же вы могли? Музыку любите. А на инструменте неприличное слово нацарапали. Будто нет. У нас на Лиговке карманник Вивас шурудил. Ха! Это ж Гаудеамус! Верно, Йонин. Это Гаудеамус. Старинный студенческий гимн. Это латынь. А как будет по-русски? Переведи. Пожалуйста. Будем веселы. Пока мы молоды. А зачем переводить? Сочиняйте свой гимн. У вас имеется государство, а гимна нет. Нет! Нет. Вот возьмите мелодию Гаудеамуса. А кто сочинит слова? Вы! Виктор Иванова получится! А что? Когда-то я писал стихи, представьте, неплохие. Мне даже, вообразите, завидовал
Александр Блок. Это который 12 написал? Да. Да. Неужели завидовал? Представьте себе. Конечно, в определенный период своего творчества, когда мы с ним сидели за одной партой. Ну, теперь я уж совсем разучился. Я тоже. А кто сочинил газету «Бузовик»? А? Интересная, острая газета. Я сочинил. Правда, она немножко отдает бульварщиной. Так я ведь газету не один делал. Я с японцем. Ну, прекрасно. Давайте вместе сочиним гимн. Попробуем все сначала? Да. Мы из разных школ пришли, чтобы здесь учиться. Братья дружною семьей будем же трудиться. Бросим прежнее житье, позабудем, что прошло. Смело к новой жизни, смело к новой жизни. А через почему здесь подсолнух? А это, ребята, герб. Это символ. Каждая республика имеет герб, и наш тоже должна иметь. Точно. А смысл вот какой. Школа состоит из воспитанников, как подсолнух из семян. Так? Так. Потом, вы учитесь, а учение — свет. А подсолнух тоже тянется к свету. Главный выдумщик нашего герба — вот Черных. Башковитые янки. Да здравствуй, нарком печати! Молодец, Гриха, молодец, молодец. Да здравствует газетный нарком! Мы подсолнухи, а Витя нас лузгает. Виктор Николаевич. Ребята! Ребята! Явилась, прикатилась! Невеста из теста! Типично блондинистый жених! На тебе, знаркома, в шею! Пусть к Жинке на печку я катится! Ну я же ничего, она сама бегает. Гони ее! Гони! Гони ее! Гони! Сейчас! Так, Гога! Так! Беги, скажи, пусть сматывает! Правильно, Янке! Так их, баб! Вам Гришеньку? Да. Гришенька вам велел катиться с катертью на легком катере. Шлет тебе невеста привет, Нарский совет, Путиловский завод и сторож у ворот, Богомоловская улица, петух да курица, поп Ермошка и я немножко. Эй, парень, а ну стой. Это ты? Я. Подожди. Ну отстаньте от меня! Вот и приехали. Здравствуй, Витенька, сыночек мой родненький. О, голубчик, мальчик ты мой голубоглазенький. Как я рада, что перед смертью я хоть тобой налюбуюсь. Пойдемте, мама. Петушочек ты мой голубоглазый. Ребята, Бекиксор, мамкин сынок. Пойдем. Осторожно, мама. Здравствуйте. Пойдемте. С приездом! Мама, это Элла Андреевна. Кто-кто? Элла Андреевна. Элла Андреевна. А маманю Викниксора глухая тетеря, а? Точно! Ребята, я вам забыл представить. Новый воспитанник Алексей Пантелеев. Кстати, будущий сочинитель, пишет стихи. Вы примите его как следует. В стихах мы сами. Мастаки. Мы гимны сочиняем. Шпаги глотать умеешь? Может, ты на велосипеде умеешь кататься? Научим. Гогочка! Гимназио!
Из Екатеринодара мучиться-то. Витенькина пианино за полпуда выменила в лишний раз. А кто ж ему, кроме меня, настоящих-то лепешек? Настоящими лепешками-то его накормим. Петушочка-то моего. И голубоглазенько. Ах, Марта, если б ты знала, и какие он стишки сочинял, когда маленький был. Вот, петушочек-то мой, голубоглазенький. Да. В штанишках коротеньких. Петух! Мышь, издыхаю. На рыбьем жиру, на свеженьком. Это тебе не наш тюлень. Ой, как же вы? Голод ведь? Ну, так всегда. А маманя-то у Викниксора слепая, как сова. Петушок мой голубоглазенький, кушай. Спасибо, мама. Сперли. Марта! Марта! Здесь я! Элла Андреевна! Где вы? Нравится. А ты чего зевал, балда твоя разяла? Неужто ни одной лепешки не слямзил, а? Катитесь вы. Что? Через почему ты нас посылаешь, а? Да потому что хамство, слепую бабку обворовывает. Хамство. Ну? А ты иди накати на нас и Витеньке. Граждане шкицы, небывалый случай в истории нашей республики. В наших рядах появилась ангелоподобная личность. Идиотина! Что? Ребята, лепешки ни у кого не осталось? Лепешку? У меня осталось. У меня. Ешь. Ешь! Хватайте его! Хватай! Ешь, ну! А языку меня бить? Бей его! Темную гаду! Темную! Эй, ему лепешка! Лепешка! Да я! Лепешку! Иди за мной. Ну, теперь накатит на нас. Факт. Зря ему только мою лепешку пихали. Конечно, накатит. Так вам и надо. Пантелеев не то, что я. Он перед вами хвост пригибать не будет. Ребята, в нашей школе произошел возмутительный случай. Обидели старого немощного человека. Я не хотел поднимать этого дела, пока оно касалось меня.
и близкого мне человека. Но впоследствии я стал свидетелем поступка еще более омерзительного. Еще более омерзительного. Я понимаю, ребята, и даже разделяю ваше негодование по поводу поступка вашего товарища. Но, как бы гнусно ни поступил Пантелеев, выражать свое возмущение столь варварским способом, судом Линча, непростительно. Непростительно. Не накатил, значит, Пантелей? Пантелеев! Ленька! Ты что, спишь, что ли? Спит. Пошли вы. Спать человеку не даете. Не спит. Ты, наверное, жрать хочешь? Хочет. Мы тут для тебя сгоношили пожрать, слышишь? Мы под дверь подсунем. Давай. Не сердись. Ошибка вышла. Непонятно. Что такое наша школа? Исправиловка! Колония! Несчастная страна, стонущая под игом халдеев! Республика Шкит! Верно, Якушкин. Республика. Скорее, монархия. Монархия! Итак, наша школа – республика. Но в республике, Виктор Николаевич, власть принадлежит народу. Сейчас он тебе вкатит. Ионин прав. Я согласен. Я предлагаю, чтобы власть в нашей школе перешла в руки народа. Вот здорово! Я предлагаю самоуправление. Тебе-то ему! Тебе-то ему! Тебе-то ему! Ребят, избираем старост. По классам, по столовой, по гардеробу. А хлеб-то будет взвешивать? Не беспокойся, Ионин. Делить хлеб будет Шкидец, староста по кухне. Правильно, Виктор Николаевич! Молодец, Кузнецов! Башковитый, эх, башковитый! Совет. Старост будет решать все вопросы. Так уж и все. Тоже мне ареопаг. Да, если хотите, ареопаг. Старост буду приглашать на заседание педсовета полноправными членами. Начинаем выборы. Первый пост староста по кухне. Кого предлагаете? Янгеля! Черных давай! Без ботинистых обойдемся! Без ботинистых! Кричите меня! Громоносцева кухню! Без конокрадов обойдемся! Без конокрадов! Цыгана! Цыгана давай! Ребята, у нас все-таки парламент, а не кичман какой-нибудь. Объявляю прения по кандидатурам. Итак, Громоносцев и Черных. Цыган, скажи им пару слов, а? Ну, скажи. Громоносцев! Граждане шкинцы! Дорогие избиратели! Я вас не обижу, кореши! Нашему отделению Горбушки, младшему, тоже по справедливости. Рыбе жир на стол, тюлени по боку, шратва от пуза, ура!
Пантелеев. Говори, говори, Пантелей! Ребята, сейчас голод. У нас каждый кусочек на учете. В общем, тут Громоносцев не годится. Даешь справедливого! Честную на кухню! Долой Конокрада! Долой Конокрада! Самый справедливый, по-моему, Янкель. Черных, значит. Даешь Черных! Янкель на кухню! Долой блондинистых! Долой блондинистых! Кто за Громоносцева? Опустили. Кто за Черных? Большинство! Курить? Кому-то захотелось в изолятор? Я предупреждаю, для нарушителей дисциплины будут отменены и отпуска, и прогулки. Староста по гардеробу будет отбирать у них верхнюю одежду. О, великий шкитский народ! Тебе дали парламент, но ты получил и каторгу! На должность старосты по гардеробу предлагаю Ионина. Капустин? Я. Нестеренков? Я. Родионов? Я. Полухин? Я. Кузьмин? Я. Слоенов? Эй, ты новенький? Да, я. Савин? Я. Начинаем завтракать. Плоховато у вас кормят. Одной мерзлой картошки держимся. Плоховато. А ты что, может быть, лепешек на рыбьем жиру захотел? Лопай свой хлеб быстрей. Неохота. Сытости? Вроде. Дай нам, мы на пару сидим. Чего на пару? Я первый спросил. А я второй. Не стыдно. Нехорошо. Нет уж. Я лучше сам на уроке съем. Заканчиваем завтрак. Встали. Постой. На. Ешь. За обедом отдашь. Ишь ты, гулевой. За обедом по четвертке дают, а ты мне сейчас отьмушку всучиваешь. Как хочешь. Я не заставляю. Погоди! Я согласен. Спасибо. Хороший мальчик. Дай кусочек. А твой где? Новенькому задолжал. Зачем? Ну дай кус, мальчик. Ну, что чего захотел? Суди до ужина. Две пайки отдашь. За ужином и за завтрак. И мне тоже. Четвертку отдашь. Целую. Ладно.
немножко. Эй, новенький, и мне подкинь. И мне тоже. И мне. Отдадите по целой четверке. Спасибо. Спасибо. Какой ты худенький. Спасибо. Спасибо. Рокфеллер, собака. Ротшильд. Пуришкевич. Тебе чего у нас надо? Здесь я не младший, отделение. Я думал... Что ты думал? Может, вам кушать хочется? Нету. Да ну! Отступись от человека! Сейчас бы по сахаринчику, да чайку. Пожалуйста. Сейчас. Эй, рабы! Дай, дай. Питайтесь. На кухне за кипятком. Живо! Ты что? Я этому слайму морду расковыряю. Ковыряй. Ему наковыряешь. Он за обедом по три пайки жрет. А я еле костыли передвигаю. На, поклюй крошек. Шабуйте, ребята. Для хороших товарищей мне ничего не жалко. Если кто обидит, зови его. Эх, заварочки бы, да сахаринчику бы бросить. А. Чаёк пьёте? На здоровье. Спасибо. А я вам сахаринчику припас. Мерси. Старших подкупаешь, паршава лечит. Сюшки до ободрал, ростовщик поганый. Давайте его поджарим. Правильно, отвори духовку. Прошу. Ой, не надо, ой, браво. Вы у меня все в голодухе подохнете. Ребята, в столовой новых старост выбирают, пошли. Константин Александрович, можно мы немножко еще позанимаемся? Ладно. Повтори комбинацию. Отдыхай. Давай-ка ключ. Я тебе так дам. Ты больше не староста. А кто? Савушка большинством. Согласно Конституции. Кончился твой срок. Другого выбрали. Oh, my God.
нас, мадам, всего-навсего 250 миллионов. Ух, мироед. Мерси. Тетрадь. Константин Александрович, Косаров был сегодня в столовой? Нет. В тетради отмечено, что он паёк получил. Я ж вам докладывал, на кухне неблагополучно. А Пыльников был? Нет. А Бессовестен? В лазарете. Старлинский? Отпущен к родителям. Вот вам ваше самоуправление, Виктор Николаевич. Это неслыханно. Самое низкое, самое подлое преступление. Обворовывать своих же товарищей. Отбирать у них последний жалкий кусок хлеба. Оставлять малышей голодными. Гадко, низко. Савин отстраняется от должности старосты по кухне. Виктор Николаевич, как же так? Я и совсем не хотел. Кто получал хлеб за отсутствующих? Кто? Я потребую на первом же педагогическом совете исключение Савина из школы. Куда же я пойду? Пока в изолятор. Константин Александрович, займитесь. Пусти, Гастелмед! Не пойду в изолятор! Не пойду, халдей! Кто должен Слоенову? Поднимите руки. Я. Все. Пайки у всех при себе? У всех. Ешьте. А вдруг он старших покличет? Ничего. Пускай кличет. Догадался и понял я, жизнь не обман. Не ропщу на свою незавидную долю, не страдает душа от тоски, от ран, не поможет никто ни страданию, ни горю. Гони должок. Федор Михайлович, получи. С какого Федора Михайловича? С Достоевского. Нынче вышел манифест. Кто кому должен, тому крест. А, значит, вы бесчестны идти к долгам. Ладно, погодите. Вот будет сейчас. Что будет? Будет так будет. Вот он. Я ему говорю, гони должок, а он меня к самому Достоевскому посылает. А что мы тебе? Держи морда колоточные. Что мы тебе? Ланскнехты наемные, а? Хватит! Сунешься еще раз, зубы пересчитаю. Змеюка гнусявая! Цыганок! Цыганок, подожди, подожди, цыганочек! Янкелек. Схомутали, пука.
Это нечестно! Я же вас не бил! Больно! Рабство отменяется! Виктор Николаевич, выпустите Сашку. Это исключено. Виктор Николаевич, выйдите на минутку. Виктор Николаевич, у нас же самоуправление. Вы действительно доверяете нам? Я вам верю. Савин не виноват. Это вы, Пташляр? Неа! Он бы не попал! Это я! Лично! А где тебя взяли? В Крыму. На курорте был? Ага. У нас все ребята с увлечениями. Ну, а ты что? Рисунок черных. Да, черных. Ты что, художник? Неа. Ах, да, ты же музыкант. Неа. Как, а балалайка? Красивая она. Красоту ценишь? Неа. А это Достоевский? Это Достоевский. Ты что, читал Достоевского? Читал. Преступление, наказание. Ну, а вообще книжки читать? Неа. Неа. Ага. Ну, а мечта у тебя есть? Мечта? Мечта. Нажраться от пуза. Мама, заварите нам свежего морковного. Нажраться — это понятно. Ну, а еще чего-нибудь хочется? Скатерку спереть у вас и скомстролить из нее рубаху красную. Шик? Шик. Так, все? Сбежать от седа. Во какой у меня мечта. Вот свеженький, горячий. Пей, детка, пей. Мама, спасибо. Ну, может, дней 5 поживу. Печо, иди сюда. Место у окна есть. Прыгай ко мне, блоха, а? Sprechen Sie Deutsch? Что? Ты по-немецки знаешь что-нибудь? Много. Ух ты! Гуд. Sprechen Sie. Чего? Ну, говори. По-немецки цацки пицки, а по-русски бутерброд. И это все? Афенбах, займитесь им. Пантелеев, к доске. А жрать хочешь? А? Эх, мамочки, кто нынче не хочет? Эх ты, мамочка. Больше миллиона не дам. Что, с ума сошел? Жри. Жри, говорю. То мамочку тронет, убью. Точно, мамочка. А я его хотел циклопом назвать. Точно, циклоп. Сам циклоп расплющу. Во псих. Мамочка. Мамочка так мамочка. Чик-чик-чик. А что такое? Это дверь в зал. Ручка нравится, а? Ня. А это? Часы нравятся? Неа. А это что? Смеситель. Нравится, а?
Нравится? Нравится. О! Это когда батьку моего под каховкой к стенке, то мне его штиблеты американские перепали. Понял? А? Мамочка, спишь? Спит. Осторожно, Костя Федотов. Давай, помогу. Давай. Пошли. Осторожно, тихо. А, последние штаны? У своих же товарищей украл. Не свои, щать, казенные. Другие дадут. А, другие? Не дадут других? Нет других! Нету! На последние деньги вам советская власть справила штаны! Уходи. Уходи. И это забери. Бери. По койкам разнесешь. А то ребята узнают, они тебя... Сам понимаешь. И уходи. Нам не нужны такие. Тебе Викмиксор застукал. Гад-то, оказывается, Костя Федотов. Кула! Можно войти? А? Чем же? Кроме, естественно, торжественного ужина, отметим праздник? Танцами до упаду! Спектаклем! Эх, япончик, спектакль! Даешь кабаре с борцами! Поступного позовем! Можно клоунов, рыжих из Семизелья! Не вырежь, обойдемся. Можно силами шкиды инсценировать войну и мир. Трех сестер поставить. А я сестер буду играть. И я. Классика. Это прекрасно. Но вам не хотелось бы что-нибудь более современное, революционное? Ну, скажем, 12. Лока. Вот это, пожалуй, можно. Прекрасно. Кто желает участвовать в спектакле? А я чечетку могу. А я усами умею шевелить. А я песню знаю, жалестную. Четыре ноги позади у нее.
длинный хвост. Но трогать ее не моги за ее малый рост, малый рост. Но трогать ее не моги за ее малый рост, малый рост. Один артист вылупился. Мамочка не годится. Смыться может. Артистом хочу быть. Мечтаю. Ей-богу, не удеру. Не уверен. Кто здесь? Подойди. Чего? Понимаешь, у меня матери очень плохо. Ну? В аптеку можешь сбегать, кислородную подушку купить? Могу. Запомнишь? Угу. Возьми, вот деньги и рецепт. А пропуск? Здесь. Адресок выкладывайте. Адресок на рецепте. Федотов, подожди! Стой! А пальто? Некогда. Подожди. Сохраните балалайку. За нее на барахолке 40 миллионов давали. Я скоро! Пойдем. Здорово. Погрейся. Выпьем. Ребята, мне надо идти. Я опаздываю. Ребята, а? Ну, пустите, слышите, а? Пойдем, пойдем. Ребят, ну я опаздываю. Пустите, а, ребят? Ну вот. Гляньте, каким он фраером. Шелк маркизет. Отдай! Что вы делаете, гады? Ай, хулиганы! Отдай сюда! Чего ж ты? Всего 2 миллиона. А это что такое? Монашенка какая-то вроде. Видите, от мамы. Не трожьте фотографию! Пустите! Меня люди дожидаются! Мадамы, кинь семечи! Гони-то деньги! Они взяли даром! Она на меня как глянет и улыбнулась! А ты? А я что, дурак? Я ей тоже как зубы выпилил! Какой ретивый! Рано. Почему? Чем меньше мы женщину любим, тем больше ей нравимся. Ну, тихо. Может, за чёс залезать, а? Не, не поможет. Закройте окно! Ребята, мне это не нравится. А вам что, жалко, что ли? Да. Идите сюда. В конце концов, приводить своих знакомых сюда, в школу. Ну да, такое разрешите. А что? Ну, матерью, поклянитесь. Как президент Шкидской республики официально заявляю, на первомайский вечер можете прийти со своими подружками. Все. Ура!
Тоню. Маркони. Тоська! Тоська, тебе пижончик. Чего? Чего орете? Вам что? Тоня, здравствуй. Не узнаешь? Тоня, я не забыл свои клятвы. Пойдем на наш первомайский вечер. А ты? Ты помнишь свою клятву? Не помню. Ну да. Ты мне еще про папу своего рассказывала, американского изобретателя. Брось! Брось-то! Пора библиотеку открывать! Сейчас. Слушайте-ка вы, кучер первой гильдии. Убирайтесь-ка вы отсюда на легком катере. Как же убираться? Совсем? Совсем. А как же клятва? Поздно вспомнили. До свидания. Двоюродная сеструха. Очень приятно. Ничего, мадама. Троюродная сестра. Здравствуйте. Здравствуйте, Маша. Маша, прошу вас. Вот это краля. Синьорита Маргарита. Гений чистой красоты. Троюродная сестра? Угу. Удивительно похоже. Да. Здравствуйте. Чего это они, а? Морды друг другу бьют или еду делят? Ня! Танцы танцуют. Эй, огоньку не найдется? Мамочка! Мамочка! Что такое? Сию минуту с подоконника! Виктор Гилч, иди сюда! Поискауты! Недорезанные! Прекратите! Какие же это бойскауты? Это пионеры! Какие такие пионеры? А с чем их кушают, а? Пионеры, ребята! Это недавно созданная детская коммунистическая организация. А мы что, рыжие, что ли? Давайте мы тоже организуемся. Точно! А я в дудку буду дудеть, а на барабане буду стучать. Не горячитесь. Я завтра все узнаю. Сперли скатерть. Дежурный воспитатель. Якушка, подожди, мне сейчас галстук сделают. Есть! Замушка, сделай мне, пожалуйста, маленький галстук. Хватит с вас!
И так всю скатерку изрезали. На, держи. Уже ужин? Ну как, Виктор Николаевич? Вы, ребята, не волнуйтесь. Не тяните, Виктор Николаевич. Пионерскую ячейку, так же, как и комсомольскую. Да, спасибо. У нас в школе организовать не разрешили. Почему? Почему? Мы считаемся школой тюремного, вернее, полутюремного типа. Ну и что? Ну мы ж больше не бузим. А это не важно. До полного исправления нельзя. По инструкции, понимаете, не положено. Значит, рылом не вышли. Что, мы не люди? Пароль. Деньги ваши будут наши. Отзыв. Четыре сбоку, ваших нет. Проходи. Ага. Пароль. Деньги ваши будут наши. Отзыв. Подхожу, вижу свет. Слышу, бал-бал-бал. Мы не имеем права организовать легальную организацию, поэтому мы организуем нелегальную. Бандиты! Теперь клятва. Кто первый? Я. Клянусь до последней капли крови служить нашему общему делу. И если я помалодушию или невольно видан свою организацию, то пусть запятнает меня общее презрение и осудят меня всеобщие темные мои товарищи. Позор смывается кровью. Руку. Раз. Два. Три. Четыре. Свершилось. Хорошо. На нашем знамени должно быть написано: ассоциация людей, где свободное развитие каждого является условием свободного развития всех. Так писал Маркс в своем манифесте. Смерть мировому капиталу. Иди спать. А никому. Ничего не понимай. Японец, а ты чего не купаешься? Мерси. А кто готовиться будет? У меня здесь укромное местечко припасено. Сегодня, как всегда, в 12 занятий на чердаке. Гляди в оба. О подходе синих сообщишь условным сигналом. Есть! Направо! За мной шагом. Арш! Раз, два, три! Раз, два, три! Левый... Ты чего здесь торчишь? А ну катись! Ты что, глухонемой? Ребята! Пионеры наши бьют! Пионеры японцы бьют! Шкида! Вперед! Бей, колоноги! Ура! Это ваши? Мои. Извините, пожалуйста. Нашли кому приютскую шпану доверить. Интеллигенция. Кровосос. Позор! Перед интеллигенцией меня позорите! Мы не виноваты! Это приютские! Что?
Это что еще за старорежимные слова? Ну, Достоевские! Эй, вы, красные ошейники, чего вам здесь надо? Эй, дохлятина, поиграй на дудке! Достоевского поукрял и по лавочкам шмонал. На английском у Покровки стоят бабы две торговки и ругают на пропад. Достоевский всех ребят с Достоевской патрица на трезубчица. А ну, сиди, а то глаза выколю! Так его, так его! Повторяй, говори, ну! Я и нюх, красная сопля, красномошенники! А, повтори! А ну, отрекайся, гаденыш, от своего красномошенника! Так его надо, гаду пионерским! Вы что, гады, делаете? О, это еще что за козявка? Какого, я спрашиваю, за человеком измываетесь? Ох ты, зверюга вонючая! А ну, полезай за компанию, ящик! Ну, погоди, гад! Ох ты, лягуха одноглазая! Ох ты! Бей его! Тоже, небось, пионер! Получай, пионерский заступник. А! Дяденьки, дяденьки, что же вы делаете? Смертоубийство будет. Беспризорный Константин Федотов не испугался озверелых пьяных торговцев. Смело бросился он на защиту юного пионера и не отступился, пока не потерял сознание. Братцы, это ж наша мамочка, а? Спасибо. Спасибо. Это у меня единственное фото было. Я не виноват. Это они меня не пускали. Боцман, клифт ваш отобрали. Не виноват я. Перестань. Я знаю, что ты не виноват. После расскажешь. Скажи им речь, ух! Эй, голоногий! Бубен потеряешь! Ребята! Птицы! Хватит вам по ночам не спать! Довольно тайн! С сегодняшнего дня ваша организация юных коммунаров переходит на легальное положение! Неужели разрешили? А, нет, не разрешили. Значит? Значит. Вы с ума сошли. Я добьюсь. Надо будет до Феликса Эдмундовича дойду.